Ставит корпус один Джеко. Под удар Пеллегрини. Хороший удар. Уже штрафной Джеко. Удар будет. Ну, можно посмеяться сейчас. Роме. Деросси. Джеко. Джеко. Не упал. Решил сам пробить. Потому что, мне кажется, если бы он упал. Правый фланг на Ромулу. Хорошая передача. И что дальше? Дальше вот такой наброс. Просто ужас, что для Дефранческо тоже сложный относительно. Вот сейчас Эль-Шаарави, пас и гол! Найн-Голан нет положения вне игры, и Найн-Голан партнеров нашлось. Кто этим шансом бы воспользовался? Сундер. Выбирает скорость Сундер. Здесь большой Самуэль. Влечением Сэйго Дефранческо. Тем временем... Прекрасная, потрясающая игра Алессандро Флоренцо. И он убрал соперника, это был Эрто. И далее подача на дальний. Бесса, удар поворотом еще один. Похожий. Так продолжается, снова Флоренцо. Ундер, опасный момент. Но здесь сборная Уругвая. Внимательный медтест. Патрика Шика и лишь Рома. Лишь столичная команда. Опасный момент. Может быть, нет, хорошо играть да, теперь. Еще один пас для Немози Кена. Кен. Удар поворотом. Вот, кстати, практически тески. Флоренцо подает. И неплохо. Эль-Шаарави. Счет мокс. Тольфо и Квоне. Ундер. Пас на Джеко. Джеко на Ундера. Ну, такой пас не прошел. Не прошел он Фассио, но мяч у Кассераса. Удар поворотом. И, конечно, Диего Перотти. Пеллегрини тем временем в штрафную. Джеко. Джеко. Снова Каларов. Пошли, не ставлюсь. Так, Каларов бьет над стенкой и над перекладиной. Конечно, после ухода Франческо Тотти, после завершения карьеры, скажем так. Удар поворотом. Точно выход Николаса. Сейчас Деросси уже... Не капитану Футуро, а капитану. Капитан стоит. Пас вперед. Джеко. Красивый мяч обрабатывает Джеко. Удар поворотом. Ну на месте. Пас вперед. Джеко. Красивый мяч обрабатывает Джеко. Удар поворотом. Джеко. Удар поворотом. И 3-0. 3-0. Сайда, видите, как отличается Джеко от Кена по всей Италии. Удар Джеко. Ну, пока Деросси. Хорошая передача на Пеллегрини. Это желтая карточка. И вторая желтая карточка остается в десятером. Верона. Элвас. Верона. Джингис Ундер. Выход один на один. Удар поворотом выше. Вот первый возможность для Ромы. Джеко пяткой на дальнюю штангу. Там никого.